Очень люблю жарить вот такие крупные семечки, потому что они легко чистятся руками. Жарю их на сковородке с толстым дном, на огне чуть ниже среднего. Семечки надо постоянно помешивать, так они прожарятся равномерно. Спустя некоторое время семечки начинают активно потрескивать, и от них начинает исходить едва уловимый такой дымок. Это значит, что процесс жарки уже активен. Можно снять семечки с огня и продолжить подсушивать их на сковородке. Семечки еще довольно долго остаются горячими, и процесс жарки в них не прекращается. Поэтому нужно постоянно пробовать их на вкус, и когда результат вам понравится, убираем семечки со сковородки в другую емкость, чтобы они перестали жариться. Семечки простояли у меня на сковородке практически до полного остывания. Изредка я их помешивала, изредка пробовала, но так как семечек у меня сегодня было немного, они остыли довольно быстро, и их даже не пришлось убирать со сковородки. Если бы семечек было больше, они бы дольше держали тепло и дольше бы жарились.